Вить, тут тема такая. Один твой фанат, ну, в смысле фанат, фанат группы Корбит, он хочет узнать расшифровку аббревиатуры. Это, кстати, я ее придумал, как бы не соврать, 89 или 90-й год. Ну, это крематорий, адская реабилитация и безобразно искаженного трупа. А когда придумывалась эта аббревиатура, это от чего отталкивалось вообще? Ну, короче, это просто по глупости. Когда началась вся эта хренотень, вот, кстати, после вот, как приехала коррозия металла, или после того, как Металлика в Москву приехала, здесь вот. Ой, все начали, даже кто умеет, кто не умеет играть. Короче, кто не умеет играть на инструментах, на музыкальных и так далее и тому подобное. Они все собирались где-то в музыкальных школах. И просили, мол, научите и так далее и тому подобное. Никто никого учить не собирался. Мы также пришли в четвертую школу. Женщина, я помню, замечательная, она сказала, да, мы вам это какое выделим место, а вы умеете играть? Да, конечно. Слава Богу, она этого не слышала. И выдавали вот это, как это называется, место, и там можно было играть. Вплоть до того, что инструменты давала музыкальная школа. Но у них таких инструментов, как... А, нет, были гитары а-ля Урал, что-то такое. Вот. Кстати, и потом там рядом со школой, я не помню, какой-то клуб был. Ну, не знаю, сельский, можно так назвать. Там был Воробей, ныне покойный он, царство ему небесное, саксофонист. Такой команды, как, не знаю, в Орле, все ее знают, почитают, уважают, как дворянское гнездо. Вот. И он тоже приглашал, ребята, приходите, я для вас там какие-то партитуры, какие нахрен партитуры, там на трех блатных-то играть никто толком не может, и партитуры он напишет. Ну, было хорошо, было проще.